Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. Миллионы пролетариев повторят наши слова. Вечная память товарищу Свердлову. На его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся. Тринадцатые сутки продолжают голодовку политические заключенные Нижегородской тюрьмы. Конца нет ночи. Путаются часы, дни. Самый молодой в камере Яков Свердлов. Ему едва исполнилось 18. И все 18 он прожил в этом городе, на Волге. Улица как улица, дом как дом. Почему же он не дает покоя полиции? Сыщики докладывают. Сын гравера Свердлова, гимназист Яков, читает запрещенную литературу, распространяет прокламации. Связан с нелегальными кружками. Оставил гимназию ввиду недостатка средств. Поступил учеником в аптеку, в Канавино. Произносит речи крамольного содержания. Уволен, дает уроки. Живет самостоятельно. Вступил в Нижегородскую подпольную организацию социал-демократов. Участвовал в проводах Максима Горького. Писателя высылают из родного города. Мы не можем молчать. Да здравствует свободное слово! Да погибнет деспотизм! Я совершенно не ожидал. Я крайне растроган. Но вы рискуете, друзья. Слава Максиму Горькому! Слава борцу за справедливость! Пусть сильнее грязнет пуля! Пять
Первый арест, второй, третий. Хватит ли сил? Он еще так молод. Но его уже ждет Сормова. Яков участвует в подготовке первомайской демонстрации 1902 года. Скоро о ней расскажет «Ленинская искра». Расскажет Горький. Расскажет мать. Знаете, в Нижнем пойманы и посажены в тюрьму отвратительные преступники. Революционеры, сыновья гравера Свердлова. Наконец-то! Теперь порядок восторжествует, и Россия спасена. Горький возмущается, иронизирует. Для него Яков Свердлов все еще мальчуган, парнишка, увлеченный революцией. Но он знает, как это серьезно. Знает, что не отступит ни на шаг. Царская охранка это уже поняла. Донесение за донесение. Проживающий в Нижнем Новгороде Яков Свердлов, умелый конспиратор. По имеющимся сведениям, организовал нелегальную типографию. Во время обыска в доме Свердлова обнаружена листовка Нижегородского комитета РСДРП. Наконец-то улика. Взять под стражу немедленно. Ему неизвестно, что знают о нем жандармы. Каков будет приговор. Но в той жизни, которую он избрал вместе с тысячами других, тюрьма, ссылка и смерть в любую минуту заранее учтены. О них не думают. Сейчас главное – книги. То, что не успел. Украденное неволей время вдруг обретает смысл. И теперь еще это испытание. Голодовка. Хлебом опять запахло. Хлебом. Мерещится должно быть. 13-е сутки на одной воде. Товарищи, голодовку прекращаем. Все обессилены. Опасаемся за больных. 18 июня начата голодовка, 30 июня закончена. Проиграна. Так записал он в этот день в своем тюремном дневнике. Беспощадно. Чем меньше иллюзий, тем меньше ошибок. Ведь дальше, он знает, будет еще труднее. Следующий. Вот так прощались они каждый раз. Перед выходом на волю или ссылкой. Он оставлял жандармам на память свою фотографию. В фас и в профиль. Осталось только расписаться в протоколе. С
Следователь весьма предупредителен, весьма учтив. Но, черт возьми, как они похожи друг на друга. И тот, что допрашивал 3 года назад, когда его привезли сюда, в пермскую тюрьму, тоже был очень учтив. Так как же прикажете вас величать? Как по документам, господин Михайлович? Или попросту, как у вас принято, товарищ Андрей? А может быть, вы все-таки назовете свое настоящее имя? Ну что ж, значит, отказываетесь от показаний. Жаль, ведь нам все известно. После всемилостившего манифеста 17 октября 5 года вы, как агент ЦК большевиков, лично руководили всеми происходившими в Екатеринбурге беспорядками. И вы все же намерены молчать. Ну а при каких обстоятельствах вы познакомились с привлекаемой по этому же делу Клавдией Новгородцевой? Она стала вашей связной сразу же после того, как вы прибыли в Екатеринбург. Так уж ничего и не можете припомнить. Значит, собираетесь удирать с Урала. И не жалко? Возникла угроза провала. За мной следят. Я опасаюсь, что подведу других. И вас, товарищ Андрей. Все это справедливо, но для вчерашнего дня. Идет мощная революционная волна. И шпикам уже не уследить за всем. И потом, шпики ведь для того и существуют, чтобы их водили за нос, а? Оставлять их в дураках я умею. Мне здесь каждый закоулок знаком с детства. Вот и отлично. А главное, вас хорошо знают уральские рабочие. Поэтому комитет решил оставить вас здесь, в Екатеринбурге. И я тоже прошу об этом, Клавдия. И она осталась на Урале, не зная, что на долгие годы станет боевым другом и помощником товарища Андрея. Станет его женой. Товарищ Андрей был прав. Волна революции 5-го года скоро докатилась и до Урала. Надо было создать на заводах крепкие большевистские организации. Новый агент ЦК быстро угадывал людей, на которых мог положиться. Вилонов, Сарамолотов, Черепанов, Батурин, Авейде. Восемнадцатого октября встали все поезда на железнодорожном узле. Встали заводы. Другой день на центральной площади Екатеринбурга собрался митинг. Но едва товарищ Андрей начал свою речь, вечером Свердлов собрал боевую дружину рабочих. Ну что приуныли? Думаете революцию в белых перчатках делать? Без крови, без выстрелов, без поражений? Тогда ступайте к либералам. Или учитесь драться. А драться придется крепко по всему Уралу. Товарищи, партия социалистов-революционеров предлагает избрать председателем нашего собрания
одного из самых уважаемых людей в городе, Михаила Георгиевича Старковского. Андрея председателя! Товарищ Андрея! Позвольте, но это наш митинг! Не ходим! Андрея! Ну что же, благодарю за доверие, товарищи. Сперва несколько общих соображений. Условия нашей деятельности коренным образом меняются. Необходимо полностью использовать жалкие крохи царского манифеста. И прежде всего, свободу собраний. Каждый день новый митинг, новый завод. Его узнал и полюбил рабочий Урал. Урал, поднявшийся на борьбу с царским самодержавием. Да здравствует борющийся с оружием в руках русский пролетариат! Долой царя, расстреливающего безоружных женщин и детей! Уже бастуют десятки заводов. Созданы крепкие боевые дружины. Работает партийная школа. Заседает первый совет рабочих депутатов в Екатеринбурге. Но силы слишком неравны. В Екатеринбурге уже объявлено осадное положение. Необходимо любой ценой сохранить конспиративное ядро большевистских организаций. Это директива ЦК. Директива Ленина. Всем членам комитета менять квартиру. Каждую ночь. Чтобы сбить охранку со следа, руководство большевистскими организациями Урала было перетасовано. Один занимал место другого. Менялись города, явки, партийные клички. И все же в самый разгул реакции большевики Урала собрались на свою первую областную конференцию. Прибыли делегаты Перми, Нижнего Тагила, Уфы, Вятки, Тюмени. Они избрали областной комитет РСДРП. Его возглавил товарищ Андрей. Но здесь, в Екатеринбурге, его могли опознать, схватить в любой момент. Свердлову пришлось перебраться в Пермь. Стать Михайловичем. Котелок, каракулевый воротник, трость. Не узнать, но ведет себя как всегда. Ни дня без дела. Даже сейчас, когда сжимается круг облавы. 11 июня 1906 года Яков Михайлович провел комитет в Перми. Дал поручение. Оглядел всех в последний раз. Ну вот и все. Желаю удачи, товарищи. Мы идем первыми с Клавдией. Остальные выходят по очереди. Дело плохо, Яков. Видишь, сколько филеров? И городовые. Давай в переулок, к извозчику. Свободен? Занят. Эй, свободен? Занят. Чего зеваешь? Хватай, хватай! Житель тебя побегут! Пошел! Дел и здесь хватает. Политические заключенные избрали его своим старостой. Никто не умеет так требовательно разговаривать с тюремным начальством, как Свердлов. Никто не пользуется таким доверием товарищей. Он обходит камеру за камерой, интересуется каждым. Ты за что арестован? Хочешь просто болтаться в тюрьме? Переходи в седьмую камеру. Но учти, режим у нас строгий. Занимаемся по 8 часов каждый день. Душа тюремного университета Яков Михайлович. В
часы прогулок могучий бас Свердлова слышен далеко. Это лекция на ходу. Лекция для всех. Иногда ему удается подобрать записку, украдкой выброшенную из окна женского отделения. Клавдия. Кадя. Значит, она слышит его. Слышен вон скандальный дин-бом, дин-бом, у сибирский дальний. Дин-бом, дин-бом, слышно там и тут. Нашего товарища на каторгу ведут. Этот стук молотков на заднем дворе тюрьмы как сигнал бедствия. Каждый раз. Значит, на рассвете опять поведут на казнь. Кого? Прощайте, товарищи! Убийцы! 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 Никто, кроме палача, не видел его последних минут. Кто ты? Кем ты был, товарищ? Сегодня трудный день. Нервы напряжены до предела. И все же тюремный университет продолжается. Друзья, начнем наш диспут. Все успели прочесть решение 5-го съезда партии? Летом 1909 года в камеру номер 7 пришел дорогой подарок. Заключенный Теодорович получил от Ленина его новую работу «Материализм и эмпириокритицизм». Это как привет с воли, как призыв к стойкости. Передавая книгу Ленина, просматривая ее, тюремщики по своему невежеству ничего не поняли. Не усмотрели в ней ничего предосудительного. Какая это была радость для Якова Михайловича и его друзей. Да здравствует тупость жандармов. Он вышел отсюда, как и вошел. В руках узелок, две пары белья, да стопка любимых книг. Маркс, Ленин и Гейне. С ними он прошел все. Все тюрьмы, все остроги. А сколько предстояло еще пройти? июля сего 1911 года Свердлов отправлен в отдаленную местность Нарымского края, село Максимоярское. Названного Свердлова до места назначения сопровождают надзиратели Приставка и Мунгалов. Надзиратели снабжены оружием, боевыми патронами и соответствующей инструкцией. Смысл инструкции прост. В дороге все может случиться. И стражники ни за что не несут ответственности. Яков Михайлович понимает это. Он все время на стороже. До последнего дня пути. Ну вот и Максимкин Яр. Я знаю о нем уже все. По рассказам товарища. Здесь четыре русских семьи. Да остяки-охотники. Бежать можно не раньше, как ляжет снег вокруг болот. Приближается долгая сибирская зима. Я к ней мало подготовлен. Ни теплой одежды, ни книг. Совсем легко примириться, но отсутствие почты тяжело. Пишу и не уверен. Дойдет ли это письмо?
Вчера из соседней юрты получил гостиницу, полупудовую щуку. Народ ко мне добр. Я ведь здесь еще за врача. Много больных, а у меня кое-какие медикаменты. Не спал всю ночь. Трясет лихорадка. Лихо мне. Ох, как лихо. Пишу с трудом. Передаю через надежного человека. Остановите подготовку побега. Боюсь, что не выдержу тяжелого пути. Власти вынуждены были перевести тяжело больного Свердлова в Нарым, к товарищам. Отсюда, едва окрепнув, он сразу решил бежать. Нужно было подняться вверх по Оби и на лесной пристани пробраться на пароход Тюмень. Там свои люди. В Колпашево на палубу нагрянула полиция. Обошли все судно. Потом в первый класс. Здесь он, ваше благородие. Здесь. Под полкой схоронился. Что? Приехали? Спасибо, господа, чуть не проспал. Его отправили в Томскую пересыльную тюрьму. И здесь однажды распахнулась дверь. Катя! Андрей! Он не верил своим глазам. Жена и сын. Сын, которого он впервые увидел. Наконец, вся семья в сборе. Жандармы довольны. Свердлова это свяжет лучше всяких кандалов. Можно дать вольное поселение. Но Яков Михайлович и Клавдия Тимофеевна уже все решили. В Петербурге и Москве аресты, провалы. Свердлов нужен там. Надо бежать. Сразу. Одному. Уже пройдена часть пути. Уже первый привал в доме ссыльных сестер Делевских. Полиция! Все к столу. Пейте чай, болтайте. Яков, скорее под матрас, я лягу сверху. Так что приказано произвести у вас обыск. Безобразие. В доме больная. Мы будем жаловаться губернатору. Ладно уж. Ну вот и отогрелся после бегов. Спасибо, Ольга не придавила, а то думал конец. Один ямщик передавал его другому по веревочке. Очень выручала бутыль спирта. Перед ней никто не мог устоять. Так до самого Томска. А там Петербург. Это был год нового революционного подъема. Весной 1912-го вышел первый номер легальной большевистской газеты «Правда».
Осенью в состав Государственной Думы было избрано 5 рабочих, 5 большевиков. Бадаев, Муранов, Самойлов, Петровский, Шагов. 6-м депутатом стал человек, которого они считали своим соратником по борьбе. Долгие годы никто не подозревал, что Роман Малиновский – матерый агент царской охранки. Не знал этого и Свердлов, прибывший в конце 12-го года в Петербург. Годы в тюрьмах, годы в ссылках и только месяцы на воле. Как умеет он ценить каждый час свободы, как много хочет успеть. Яков Михайлович немедленно включился в партийную жизнь. Руководил Петербургским комитетом, работал в бюро ЦК. Мы получили от него так много. Он выполнял обязанности фактического редактора «Правды». Целыми днями возился с рукописями, давал нам советы по всем вопросам. Славный он был, товарищ. Свердлов распределял работу между нами, депутатами. Одни из нас должны были идти в Петербургский комитет, другие по лесам, где рабочие обсуждали, как им лучше провести забастовку. Третьим он говорил: ты хороший оратор, иди в Государственную Думу. А что может сказать он, Малиновский? Как зарабатывал свои 30 серебряников? Как доносил о каждом шаге Свердлова и его друзей? Как, заметая следы, доносил даже на самого себя? Должен вас уведомить. Состоялось нелегальное собрание Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Для редактирования газеты «Правда» избраны 3 человека, но одно лицо, не принадлежащее к составу редакции, обладает правом вето. Это член Центрального комитета Свердлов, действующий, как мне известно, по прямым указаниям Ульянова. Яков Михайлович не знал, что теперь за каждым его шагом следят. Один раз его уже чуть не схватили. Тогда он переехал к Малиновскому. Чего проще, как взять опасного большевика на квартире у своего агента? Но Малиновский еще пригодится. Пусть лучше посоветует Свердлову съехать куда-нибудь, например, к Петровскому. В этот день из Нарыма в Петербург приехала Клавдия Тимофеевна с сыном. Петровские встретили ее как родные. Поздно вечером пришел Яков Михайлович. Как он обрадовался. Они долго не могли заснуть. Разве расскажешь обо всем? Яков Михайлович то и дело заглядывал в соседнюю комнату. Там спал маленький Андрей. Был уже 1 час ночи. Откройте, полиция! Именем закона, откройте! Это за мной, Кадя. Береги Андрея. Теперь, наверное, не скоро увидимся. Я приеду к тебе, Яков. Мы все равно будем вместе. Но встретиться им довелось лишь 2 года спустя. После курейки за полярным кругом, после месяцев полного одиночества и тяжелой болезни, Яков Михайлович был, наконец, переведен южнее, в село Монастырское на Енисее. Он ждал приезда семьи. Клавдия Тимофеевна сама только что отбыла ссылку вместе с детьми. Маленький Андрей уже забыл отца, а Верушка та вообще его никогда не видела. Смотрите, там папа. Наш папа. Яков! Наконец они были вместе. И тяготы ссылки стали теперь незаметнее. Рядом друзья, старые товарищи.
также сосланные в Сибирь Шагов, Бадаев, Петровский. Днем Яков Михайлович помогает жене, работающей на метеостанции. Но впереди еще вечер и целая ночь. Много читаю. Побывали у меня Шелли, Верхарн, Верлен, Бодлер, Кальдерон. Перечитываю Гейне. Хорошо жить на свете. Теперь он мог взять в руки перо. Сколько выношено, передумано, пережито. Царская ссылка за 10 лет. Война и Сибирь. Очерки по истории международного рабочего движения. Статьи, исследования. Незаметно подошла еще одна новогодняя ночь. Третья за эту ссылку. В домике Свердловых собрались друзья. Встречали наступающий 1917. В ночь под Новый год на квартире у административно-ссыльного Свердлова ничего подозрительного мною замечено не было, так как окна замерзли, а известная вашему благородию собака по кличке Бурма никак к дому не допускала. Рыча как лев и щеря зубы, хотела броситься на меня. Имею честь донести об этом. Телеграмма. Это невероятно. Слушай. Поздравляем со свержением проклятого царизма. Долгие годы твоей революционной работы не пропали даром. Надеемся скоро увидеть в Красноярске. Ну, прощай, Яков Михайлович. Товарищам на Урале передавай. И в Питере! Скоро и мы тронемся. До свидания, друзья! До скорого свидания! Странно. Первый раз он не боится погони. Не думает о ней. И все же надо спешить. 1500 верст до железной дороги. И скоро ледоход. По Енисею тогда не проедешь. Из 32 прожитых на свете лет 12 украдено тюрьмами и ссылками. 14 арестов, 3 ссылки, 5 побегов. Невеселая арифметика. Но главное, дождался. Это было как возвращение в юность. Его звали здесь, как прежде, товарищ Андрей, и ждали повсюду. Слово Андрея, воля Андрея объединяли людей, сплачивали большевиков Урала. Их было всего 500, когда пришел февраль. К апрелю их стало уже 16 тысяч. 14 апреля 17 года большевики Урала впервые собрались открыто. Легально. Товарищ Андрей руководил работой Уральской областной конференции. Выступал с докладами. Объективные условия еще не позволяют нам призывать к свержению правительства. Но мы должны ясно сказать, ни о какой поддержке временного правительства
как правительства империалистического, не может быть и речи. А вскоре Яков Михайлович уезжал в Питер во главе делегации уральских большевиков на апрельскую конференцию. Сколько лет ждал он этого дня, ждал этой встречи. Здравствуйте, Владимир Ильич. Товарищ Андрей. Товарищ Свердлов. С этого дня Яков Михайловичу выпадает счастье работать рядом с Ильичем, стать одним из его ближайших помощников и единомышленников. После апрельской конференции Свердлову было предложено остаться в Петрограде и возглавить работу секретариата нового ЦК. Секретариат как бы аккумулировал сведения о жизни всей партии. Давал Якову Михайловичу возможность держать в курсе всех событий Центральный комитет. Десятки людей шли к Свердлову. Старые товарищи по ссылкам и тюрьмам. Ведь партия только что вышла из подполья. Быстрое и решительное заключение по всем делам. Живость без суетливости давали ему возможность переделать массу дел. Твердая рука Якова Михайловича направляла всю работу секретариата после июльских дней в сторону подготовки 6-го партийного съезда. Свердлов, председательствовавший на 6-м съезде, ставя на голосование резолюции, писанной рукой Ленина, сообщил, что хотя Ленин и лишен возможности лично присутствовать на съезде, но невидимо присутствует и даже руководит. Явились по вызову военно-революционного комитета к товарищу Свердлову. Здравствуйте, товарищи. Я уполномочен назначить комиссара Авроры. Думаю, что кандидатура товарища Белышева будет подходящей. Решение партии для меня приказ. Будьте в полной боевой готовности. Ожидайте особого распоряжения от военно-революционного комитета из Смольного. Только что получено известие. Временное правительство решило сегодня ночью арестовать военно-революционный комитет и разгромить большевистский центр. По городу расставлены патрули, установлена охрана заводов. Попытки юнкеров развести мосты отбиты. Вечером 24 октября Ленин, все еще вынужденный скрываться после июльских дней в подполье, прислал письмо в ЦК. Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске. Ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го. Никоим образом. Решать дело сегодня. Непременно вечером или ночью. Гельсенфорс, высылай устав. Это означало, началось. Высылайте военные корабли и отряды моряков. До штурма Зимнего оставалось несколько часов. В Смольный пришел Ленин. А через две недели после Октябрьского восстания Центральный комитет партии рекомендовал на пост председателя в ЦИК на пост президента Советской Республики Якова Свердлова. Его кандидатуру выдвинул Ленин. Предстояла громадная работа по организации государства нового типа. И тут нужен был организатор крупнейшего масштаба. Твердый, закаленный революционер. Такой, как Свердлов. В этот день Якову Михайловичу
было предложено огласить составленную Лениным Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Товарищи делегаты, Россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит советам. Это было как удар в спину. Нарушив слово, данное Ленину, Троцкий сорвал подписание мира с немцами. В полдень 18 февраля 1918 года немецкие войска вторглись в пределы Советской Республики по всему фронту. Той же ночью германскому правительству была послана радиограмма с предложением заключить мир. Но Берлин молчал. По поручению ЦК Свердлов возглавил комитет по революционной обороне Петрограда. февраля Совет народных комиссаров принял написанное Владимиром Ильичем воззвание. «Социалистическое отечество в опасности». 23 февраля получен, наконец, ответ из Берлина. Германское правительство предлагает новые условия мира, еще более тяжелые. Немцы дают для ответа всего несколько часов. Но противники мира стоят на своем, соглашение не подписывать. В тот же день собрался Центральный комитет партии. Политика революционной фразы окончена. Если эта политика будет продолжаться, то я выхожу из правительства и из ЦК. Для революционной войны нужна армия. Ее нет. Значит, надо принимать условия. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор советской власти. После тяжелой схватки с противниками заключения мира предложение Ленина было поставлено на голосование и принято с незначительным перевесом голосов. Но вопрос о подписании мира должен еще решить Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК. Пленум в ЦИК открылся в 3 часа ночи. Председательствует Свердлов. Присутствует 96 большевиков, 93 эсера, 8 меньшевиков и правых эсеров. Соотношение сил явно не в пользу сторонников мира. Немедленно вызывается на совещание члены ВЦИК большевики, находящиеся в эти часы на оборонных работах под Петроградом. Один за другим выступают против заключения договора правые и левые эсеры. Меньшевики призывают умереть, как умерла парижская коммуна. Что теперь скажет Ленин? Германские империалисты, пользуясь слабостью России, наступают нам коленом на грудь. При таком положении мне приходится, чтобы не скрывать от вас горькой правды, сказать, что иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет. Как трудно должно быть было ему произнести эти слова, но как важно их было всем услышать, осознать. Товарищи, переходим к голосованию резолюции. Ввиду того, что речь идет о жизни и смерти революции, предлагаю членам ЦИК голосовать поименно. Да, за мир. Против. За мир. Против. Да. Нет. Да. Да. Нет. Да. Нет. Да. К утру подводятся итоги. 116 за мир, 85 против, 26 воздержались. Сражение за мир выиграно большевиками. Историческое решение принято. Страна получила передышку.
как радостно было Яков Михайловичу видеть победу Ильича. И каждый день, каждый час бороться и работать рядом. Воплощать в практические дела мысли Ленина, его идеи. Какая это была школа для Якова Михайловича? Этот день начался плохо. Сперва трагическая весть из Петрограда. Убит Курицкий. И вдруг... Комендант Кремля слушает. Товарищ Мальков, нужны подушки. Немедленно. 5-6 подушек. Ранен Ильич. Около квартиры Владимира Ильича толпился народ. Сотрудники совнаркома. Вдруг все расступились. С трудом передвигая ноги, вошла Надежда Константиновна. До приезда в Кремль она ничего не знала. У нас в квартире было много народу. Тот и Яков Михайлович. Первую ночь после покушения он провел рядом, в кабинете Владимира Ильича, примостившись на стульях. Он не допускал и мысли, что Ильич не справится с болезнью, не преодолеет ее. Безмерна боль и безмерна ответственность. Как найти нужные слова? Как сказать стране о постигшем несчастье? Всем. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. Роль товарища Ленина и его значение для рабочего движения России и всего мира известны самым широким кругам рабочих всех стран. На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Спокойствие и организация. Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды. Председатель ЦИК Яков Свердлов. Москва, 30 августа 1918 года, 10 часов 40 минут вечера. В марте 1919 года тяжелый вирусный грипп испанка, свирепствовавший в стране, свалил с ног Якова Михайловича. Болезнь наступала на могучий организм, подорванный годами тюрем и ссылок. Последние месяцы были для Свердлова особенно напряженными. В январе 19-го он представлял в ЦИК на первом съезде Советов Латвии. В феврале на съезде Советов Белоруссии. Потом выступил на третьем съезде Компартии Украины. А впереди 8-й съезд РКПБ. Выехав из Харькова в Москву, Яков Михайлович ни разу не сомкнул глаз. Обгоняя поезд председателя в ЦИК, летели телеграммы в Белгород, Курск, Орел, Тулу. Он хотел видеть всех. И люди, возглавлявшие губернии и армии, ходоки от сел и заводов тоже хотели видеть Свердлова, посоветоваться с ним во время краткой стоянки поезда. В Белгороде на станции собрались сотни крестьян. Яков Михайлович вышел к ним в демисезонном пальтишке, в котором ходил постоянно. Это свое единственное пальто он получил еще в 909 году в Екатеринбурге по выходе из тюрьмы. С плеча одного либерала. Другого Свердлов так и не приобрел. Когда Яков Михайлович вернулся в вагон, ему стало плохо.
измерили температуру 38. Но в Курске его опять ждали сотни людей. И в Орле он не мог не выйти к ним. В Москве Якову Михайловичу стало совсем худо. Но на вечер назначено заседание в ЦИК, потом совнарком. Свердлов остался на ногах, а когда лег, было уже поздно. Шел 8-й день его болезни. Вернувшийся из Петрограда Владимир Ильич все порывался к Якову Михайловичу. Его не пускали. Риск заразиться испанкой был слишком велик. И все же около 3 часов дня дверь тихо отворилась. В этот момент к Якову Михайловичу вернулось сознание. Он узнал Владимира Ильича и как-то по-детски, беспомощно улыбнулся. Ильич взял его руку и уже не выпускал ее. Через несколько минут Якова Михайловича не стало. Ему было только 33 года. О товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности революционера, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут вперед полной победе коммунистической революции.